Всем привет любителям лета, речек, морей и всяких зверюшек, жаб и лягушек, которые живут в этих речках, болотах. В общем, мы на речке, которая была речкой, а потом ее перегородили дамбами и стало 6 озер. Одно уже нафиг высохло, осталось 5, которые превратились не в озера, а в болото. Ну вот, зарастает, все зарастает. Все зарастает, вот, болото. Вот. Ну, в этих болотах зато очень неплохо себя чувствуют черепашки. Вот у нас есть уже одно видео, как мы нашли маленькую черепашку над, ну, весной. Вот, выпустили ее, смотрите это видео. Потом видео, как мы на дороге нашли черепаху. И еще черепаха в лесу у нас видео. А здесь у нас, вот здесь вот, живет у нас черепашка маленькая. Ей уже 2 годика. Вот, она тут живет. У нас всегда здесь, в прошлом году жила другая черепашка, в этом году еще другая пришла. Вот, мы ее вам сейчас покажем, если, конечно, найдем. Сегодня жара, ё-моё, 35 градусов. Все, бегом, купаемся. Всем пока, я поплыл. Я пошутил, еще не пока. Мы еще только начинаем наше видео про болото. Ой. Мы идем, вон она, я ее вижу. Ой, уже не вижу. Сейчас. Смотрим, смотрим. Она где-то здесь была. Она только что высовывалась. Пусечка, мусечка. Вот она, наша черепашечка. Смотрите. Вот она. Наша болотная черепашка. Ей 2 годика. Ну, может, там месяц лево, месяц справа. Она позапрошлом году родилась в августе. А некоторые черепашки рождаются и осенью залазят в воду. Ну, конечно, те, которые успевают дойти, их не съедает никто. Хищников уже полно. Вот. Но этой повезло. Вот. А некоторые черепашки весной. Вот в том видео именно весной черепашки шли к воде, и мы нашли одну раздушенную, одну живую. Вот. Но этой повезло черепашке. Этой пока нельзя сказать. Самка она или самец, уж слишком маленькая. Вот когда ей будет лет 5-6, вот тогда можно определить, самка это или самец. Ну, ну что, красивая черепашка. Смотрите, какая мордочка. И она совсем никого не боится. А мы ее сейчас туда дальше отпустим. Мало ли что, может какие-то вурдалаки придут, да еще поймают ее. Ну вот такая черепашка. Ну все, говорите пока черепашке. Черепашку отпускаем туда подальше. Подальше отпустим ее. Вот сюда отпустим ее подальше от людей. О! Ползи, плыви, о, смотрите, она и не хочет никуда плыть, вот сидит, о, пошла закапываться. Так, мы поплыли. Поплыли на поиски болотных черепах. Может, найдем что-то интересное. Жалко, крокодилы тут у нас не живут. Почему-то. А вон она черепаха, смотрите. Видите черепашью голову? А ну-ка попробуем ее поймать. Вон она сидит. Ох, нырнула. Нырнула, не успею. Не поймаю я ее, наверное. Ой, тут глубина. Ух, черепашка, какашка, а ну где ты? А? О, ускользнула. Она хорошо под водой плавает. Но я не знаю, заметили вы ее голову, как высовывалась или нет.
Это маленькая ручная, она не боится. Почему-то совсем не боится людей. Это глупо с ее стороны. Людей надо бояться. Но ее просто никто не замечает. Купаются там, не трогают ее, она и привыкла. А большие опытные не хотят, чтобы их руками трогали. Правильно? Нечего этих поганых людишек не бояться. Надо их бояться. Они очень могут много гадостей сделать. Вон еще одна голова торчит. А ну-ка подкрадемся к той. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто видит черепаху, тому мы ничего не дадим. Вон она сидит. А ну-ка, как бы к ней подкрасться? Кто видит черепаху, а? Видите голову, а? Плывем. Под пух нырнула. Вот она, вот она, вот она. Ё-моё. Нырнула. Эх. Не поймаешь ее. Нырнула. Все. Ну, черепаха. Не хочет ловиться большая. Фу. Ну, может, еще одну увидим. А ну-ка, ну-ка. Фу. Ну, я не знаю, видели вы. Ой, вон еще одна. Ух, тут развелась черепаха. Ну-ка, смотрим, окружаем ее. Вон она, голова торчит из трясины. Фу. Ну, ой, нырнула уже. Ух ты. Здоровый был самец. Да. Но я его не найду теперь. Он уже очень далеко был. Он вот тут где-то был. Вот. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот здесь он был. Вот он тут был. Ага. Не. Не вижу. Ну что тут? Ой, слеп не кусают, ё-моё. Ой, смотрите. Три большие черепахи и свалили. Они любят в такой трясине жить. Тут вода горячая. Вода горячая. Красота. Лягушки скачут. Так, ну больше я тут не вижу. Не вижу я тут никого больше. Ну, если только маленькие, которые почти незаметны. Ой! Ай, за ногу какая-то скотина укусила из этой трясины. Наверное, гладыш. Ух! Надо было штаны одевать. Так, надо выходить на чистую воду. Меня тут сожрут пиявки. Ой! Фу ты, ну и горячая тут вода. Сваливаем. Фу. Красота. Лето. Это вам не зима. Фу. Зимой вы так от холода в теплой водичке не покупаетесь. Фу. А лето можно. И в теплой, и в прохладной. Фу. В крайнем случае... Хоть в погреб залезете. Ну, зимой тоже можно в погребе погреться. Там тепло, конечно. А летом прохладно. Но лучше в речке. Или на море. Нафига нам в погребе сидеть? Когда речки пересохнут от бурной деятельности этих двуногих существ, вот тогда будем в погребе жить. Сухари гнилые сживать. Ну вы видели или не видели? Ну признавайтесь. Черепашьи головы видели? Из воды торчали. Фу. Наверное, не видели. Ну, главное, маленькую. Увидели. Значит, хорошо. Стрекозки, маленькие красотки выводятся.
Ну-ка. Фу, сейчас посмотрим. Где-то стрекозка вывелась. А вот ее шкурка. Ой, тону. Буль-буль-буль. Фу. Шкурка от стрекозки висит. Фу. Вот она. Маленькая такая стрекозка. Вот от нее шкурка осталась от личинки. Видно, да? Ой. Шкурка. Пшик. Полетела. Так. Ну и вылазим с трясины этой. Ё-моё, ноги засосало. О, уж. А вот уж сидит. Смотрите, смотрите. Уж, уж. Вот он, уж. Ой, плывет, плывет уж. Держите его. Уже, держите. Ай, поплыл, поплыл. Фу, не. Мы его тоже не догоним. Фух. Человек это такой мешок, что ни черепаху догнать не может. Мне уже на скаку остановить. Ё-моё. Но это не водяной уж. Это был обыкновенный ужик. Хотел лягушечку схрумать. А мы ему помешали. Вот козлы. А это что торчит? Нет, это водоросли торчат. Фу. Сейчас оттуда и сюда плывем. Может, там какой-то монстренок застрял в трясине. Уму, красота. Вода горячая. Что купаешься, что на улице под солнцем почти одинаковая температура. А вон лягушка зеленая морда. Так, ладно. Черепашек посмотрели. Покупались. Фу. А вон стрекозка маленькая, только выявилась. Смотрите, какая она еще цвета, еще нет у нее цвета подходящего. О, видите, какая стрекозка? Малышка. Но она больше не вырастет, это такая у нее порода. Такая стрекозка, красоточка. Она скоро станет голубенькая такая. Она еще цвет не набрала. Ну иди, 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 иди сюда на веточку. Ой, веточка утонула. Стрекозка, ну слазь с меня. Так, придется вести эту еще стрекозку. Фу ты. Ну, жалко ее топить. Их и так тут кучами топится. Фу. Ну, ее лягушка может сожрать. Так, ну мне тут неудобно плавать по этой трясине. Стрекозка, а ну. А вон, смотрите, сколько стрекозок. О. Ой, я на дно стал. Ой. Стрекозки яйца откладывают. Так, стрекозка, все, вали от меня. Давай, давай, давай. Утонешь, сама виновата. Давай. Ну, вылазь на веточку. Ну, тупая же ты рыба. Не, это стрекозка. Вылазь на веточку, вот. О, правильно, вот так. Фу, жопу подняла, молодец. Ой, да и тут полно этих стрекозок. Лягушку, видите? Чё расселась тут? Видите, тут крокодилы плавают. О, шо это? Черепаха. Так, 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 так. Вон она. Вон она голову высунула, видите? Видите черепаху? Ух ты, нырнула. А нет, вон она там куёжится. Так, так, так. Подлазим к ней. Подлазим к черепахе. Видите черепаху? Вон уже близко мы. Ой, да тут же невозможно двигаться по этому болоту. Ой, ё-моё. Thank you.
Ё-моё, нырнула. Не достану уже. Где она? Ах ты, гадина. Да, тут попробуй что-то поймай. Но это было очень близко. Да, попробуй ее тут найди. Да, очень тяжело тут ходить. Я весь в трясине. Фу ты, ё-моё. Тяжело ловить. Вон, по-моему, а не то лягушка, или то черепашья морда. Да, совсем было близко. Лягушки разбегаются. О, это вообще какой-то заповедник. Болотный заповедник. Фух, так, ладно, что-то тут... С черепахами у нас большими проблема. Так, все, дальше я не пойду. Все. Ой, ё-моё, тут невозможно ходить, ничего. Кому лампочку? Лампочка надо? Это бобры у себя в хатке подсвечивали. Ё-моё, я застрял тут намертво в этой трясине. Ух. Так, бобры. Двуногие бобры хатки подсвечивают и лампочки кидают. Фиг знает куда. Ё-моё, дайте мне пройти здесь. Ну что ж такое? Так, стрекозка. Повисла. Так, лампочку на берег выкинем. Все, подходим мы к нашему причалу. Так, надо освободиться от этого. О, это что за сосиска? О, смотрите, какая была огромная личинка стрекозы. Вы представляете? О, вот, смотрите. Стрекозка вывелась. О, здорово. А ну-ка, может, вот тут... Ой, вот она. Ты смотри, я поймал ее. Случайно поймал. Ха-ха. Вот, смотрите. Я ее и не видел. Вот, смотрите, самка болотной черепахи. Случайно рукой она спала. Под тиной вот этой спала черепаха. И я рукой случайно ее зацепил и поймал. Она меня не видела, потому не удрала. Вот, видите, какой у нее гладкий здесь панцирь. Выемки нету. О, это самочка. Не бойся, мы тебя не будем обижать. Выпустим. Выгревайся на солнышке, на теплой тине. Вот видите, какие у самочки глаза. У самца темные, красные, такие темно-коричневые. Ну вот. Маленькую посмотрели черепашку. А вот и большая. Ну все, будем ее отпускать, да? Все, пока, черепашка, плыви. Она вот тут, наверное, загорает. А ну, не бойся, не бойся. О, смотрите. О. Все, смоталась черепашка.
Да, хотел вытащить вместе с водорослями. Думал, личинка стрекозы будет, а взял и вытащил черепаху. Ну, вы видели такое, а? Фу! Все, плывем к маленькой черепашке и домой. Котлеты жарить. А то что-то жрать хочется. Ну что, поплавали мы с вами, видите? Как хорошо плавать в болоте. Ну это пока еще озеро. Все, через лет 5. Через лет 5, наверное, уже болото будет. След дамбу не сломают. И воду не спустят. Тогда будет тоненькая речечка. Хотя она уже почти не течет. Уже через дамбу вода не течет. Все, кранты. Засуха наступает глобальная. Все реки пересыхают. Все. Готовьтесь. Готовьтесь к тяжелой жизни. И большие стрекозы летают, и маленькие. Ну что, посмотрели вы черепаш, говорю, пока. До новых встреч в болотах. Пока.